Всероссийский детский центр «Смена» открыл свои двери 1 июня 1985 года и является одним из четырех флагманов детского отдыха в России. Среди ключевых направлений деятельности «Смены» – инновационные образовательные площадки, вобравшие в себя актуальные темы, интересные молодым. С юбилеем центр поздравили почетные гости. Заместитель министра образования и науки Российской Федерации Вениамин Каганов, директор Всероссийского детского центра «Смена» Евгений Нижник и заместитель главы Анапы Людмила Мурашова. Понимаю, что будущее России в надежных руках. И мне сегодня особенно приятно поздравить Всероссийский детский центр «Смена» со столь знаменательным событием в его жизни от имени главы нашего города Сергеева Сергея Павловича. Прямо из космоса детский центр поздравили бортинженеры 43-й экспедиции на Международную космическую станцию. Артисты весь вечер радовали гостей юбилея своим творчеством. На празднике выступили участники и финалисты телепроектов «Голос» и «Голос дети», популярная поп-группа «Интонация». Я тебе небо дарю, я тебе звезды дарю, я тебе целую жизнь о любви говорю. В ходе празднования юбилея в «Смене» пройдут фестивали дружбы, спорта, русского языка, Черного моря, технического творчества, профессии, красоты и добра, а также кинофестивали «Юбилейный карнавал». За 30 лет «Смена» не изменила своему главному направлению – дарить радость детям и по-прежнему остается гордостью Анапы.